Почетный депутат Маслихатов Казахстана Юсуп Келигов встретился с жителями Кызылжарского района. В центре внимания предстоящий референдум. Подробности далее. Перемен требуют наши сердца, говорят жители села Бесколь. К референдуму они давно готовы, вопросов не возникает. Сегодня в Центральной Бескольской библиотеке состоялась встреча с почетным депутатом Маслихатов Казахстана Юсупом Келиговым. Народный избранник рассказал жителям о предстоящих переменах и как они отразятся на селе. Мне очень приятно именно было общаться с вами. Это не тезис для того, чтобы вас расположить, а искренне от души я это говорю, потому что Бешкульский район – это моя малая родина. Встреча, можно сказать, прошла по-семейному. Вспоминали свои молодые годы, времена дедов и прадедов, как тогда они жили. И выражали единое мнение – поправки нужны, и они своевременны. Каждый раз, встречаясь с населением, мы видим, что люди хотят этих изменений, люди хотят этих перемен. И, конечно же, они, казахстанцы, поддерживают все инициативы главы государства Касым-Жомарта Кемеловича, потому что все эти преобразования в конечном итоге должны отразиться на нашу жизнь каждого казахстанца. Присоединились к разговору и представители этнокультурных центров. Приехали также активисты из села Соколовки.